Всем доброго утречка, всех с 8 марта, нас девочки, я собираюсь на работу, как Паша говорит, хохолок, говорит, навела, павлини, вот, у нас погода, представляете, плюс 4, я еще думаю, почему на окнах, как вот от дождя, 8 марта, дождь, а у нас плюс 4, ой. Вот сейчас опять все стает, а потом все замерзнет. И опять будет гололед. Настроение прекрасное. Все хорошо. Такая слякоть. Ночью, главное, снег был. Сейчас все с крыш бежит, капает. И ветер, кстати. Я пошла, шапку не стала одевать. Капюшон. Как Пашка говорит, хохолок свой. Павлиний. Смотрите, лужи. Вообще в шоке. Я уже с раздевалки. Думаю, под капюшоном не развалился моя шишка. Все-таки, о, фирменную шишку накрутила. Но не говори. Да решила в последний момент сделать причесон. Сегодня нас вечером сказали старшие кассиры задержаться. Надо поздравляться будем. Так, ой, думаю, что у меня еще в кармане деньги тут. Короче, вот так вот. Блин, еще завтра работать, третий день. Погода, конечно, вообще. Сейчас иду по лужам, шлеп-шлеп. Ладно, надеюсь, не развалится. Ребята, время ночь, полночь. Мы так с девчонками немножко посидели. Нас поздравили. Старший кассир, администратор. Сейчас такси приехало домой. Снег на улице. Прям вообще крупный. Мы так шампанское попили. Классно поржали. Все, домой Пашке сказал, что меня не теряй. Еле-еле такси вызвали. Ой, блин, не могу ключи найти. Ага, как это мама не придет ночевать домой? Я ничего, вода в кулачке. Да прям маленько посидели, шампанское попили. Ой, не могу это. Ой, я в туалет хочу, не могу. Снег такой крупный на улице. Когда выпьешь, как это большой снег. Да. Я увеличиваю. Все как-то больше. Так, ребята. Хорошо посидели, хорошо отметили. Вот, всех также девочек с прошедшим 8 марта. Так, не смотрите, у меня тут кособока сейчас. Майка, кофта. Так. Я думала, сегодня пораньше приду. Посидим, винцо попьем. Нифига, блин. Получается, у нас так спонтанно, корпоратив рабочий. Все такое, девчонки, старшие кассиры поздравили нас. Тут у меня и конфетки, и все такое, короче. Ананас с шампанском даже. Конфеты такие вкусные. Вот. Ну, думала, так посидим. Девчонки тут тоже мне смузи молочные. Это девочка, которая напротив смыла, работает. Вот она мне тогда крем дарила, что-то скраб дарила, тоже такие вкусные, и вот такой вот дарила. Ну, я ей тоже поздравила, все подарила. Вот. Здесь у меня от покупателей подарки, шоколадки. Вот. Хорошо на отмечались. Сейчас буду мыться, умываться. Надеюсь, я это видео смонтирую, и завтра утром, 9 марта, оно выйдет. Все, мои хорошие, спасибо за поздравления. Очень много поздравлений пришло. Всех люблю, целую. Все, всем пока.